Всем привет, с вами Аурум, и сегодня очередная порция новостей по игре Clash of Clans. Обновление уже очень скоро, и разработчики сегодня показали, каким образом будет выглядеть постройка войск в будущем. И это действительно круто, это правда очень офигенно, хотя вещи они ввели очевидные, и странно, что они их вводят спустя года после того, как вышла игра Clash of Clans. Это действительно странно, но давайте по порядку. Первое. Теперь все войска можно строить в одном месте. То есть, неважно, это с обычной казармы войска, либо с черной казармы, мы все их построим в одном месте. Второе. Эти все войска, если раньше они строились, например, мы можем забить только, например, 220 мест, то теперь мы, в принципе, можем поставить в очередь 440 мест. И как только наша основная армия построилась, то второстепенная армия, вторые 220 мест, они тоже будут строиться. И как только мы потратим свою армию, та вторая армия будет готова. Не знаю, насколько правильно я понял разработчиков, насколько правильно вы понимаете меня, но суть заключается в том, что теперь нам не нужно постоянно на бесконечность ставить войска. Мы один раз вбили нужные комбинации войск, и таким образом можем провести уже целых два сражения, не заморачиваясь, и, то есть, не нужно будет терпеть, когда же построится вторая армия. То есть, теперь армия будет строиться намного быстрее. Количество казарм теперь влияет на скорость тренировки войск. Например, если у вас есть всего одна казарма 9 уровня, то дракон будет строиться 12 минут. А если у вас все 4 казармы 9 уровня, то он будет тренироваться всего 4 минуты. Очень офигенная тема — это возможность сохранять до 3 комбинаций войск. То есть, ребят, теперь один раз вы в шаблончик вбили свои любимые войска, например, теми, которыми вы фармите, назвали их фарм, теми, которыми атакуете на КВ, назвали их КВ, и теперь можете сразу этот шаблон сохраненный отправлять на тренировку, и войска будут тренироваться сами. Насколько это офигенно и как давно мы об этом мечтали. Ну правда, так запарило кликать одни и те же войска сутками, ну согласитесь. Теперь один раз создал и нажимаешь тренировать, тренировать. Ну правда, это очень офигительно, и об этом, блин, мы говорили еще год-полтора года назад. Я знаю, я лично снимал подобные видео, где говорил, было бы, блин, неплохо сделать в игре, чтобы как-то оптимизировать процесс создания войск. Это было бы очень круто. И наконец-то разрабы прислушались и сделали такую офигенную тему. Как я уже сказал, можно будет называть ваши армии, то есть каждый шаблончик, каждому шаблончику можно будет дать название. Но помимо этого мы можем увидеть стоимость этой армии, увидеть максимальное ли количество юнитов мы создали именно для этой армии. То есть в данном случае мы видим 220 из 220. То есть в целом вообще интерфейс создания войск, он очень оптимизировался, то есть, ну, я не знаю, это одна из тех новостей от Supercell, которая очень сильно меня порадовала, и я первым делом после обновления зайду и попытаюсь себе создать разные шаблоны армий для разных целей. Правда, мне действительно захотелось покликать этот весь интерфейсик. Ну, в принципе, на сегодня все, надеюсь, эта новость вам понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачки!